Всем подписчикам привет! Ну что, собрали мы нашего красавца. Оцените, как получилось. Там писали в комментариях, почему ВКонтакте работаем без упор. В общем, вкратце я сейчас покажу, что как, что получилось. В общем, пока часть у нас какая-то гидравлическая, какая-то механическая. Покажу просто, как гидравлика у нас работает. Запускаем. Так, как на настоящем Урале помним, эти вручную выдвигаются. Одна сторона. Другая сторона. Вот так у нас встал он. Открываем манипулятор. В таких движениях. Так, у нас там шлам чуть-чуть. Так. Так, все выдвигается у нас теперь. Так. Покрашено просто, не разработано ничего. Вот как-то так у нас получился. Напишите в комментариях. Как вот такие упоры у нас. Запускаем. Вот так они у нас убираются. Опс. Опс. Так. Смотрим на раму. На машину. Опс, приподнялась. Так что напишите в комментариях. Вот так у нас спереди выглядит. Подставочка такая. Тележка у нас вот так получилась. Шикарные диски на тележке. Литье. Все говорят. Литья не бывает. Так что такие дела, ребят. Ну что, устроим небольшие покатушки. Посмотрим, как говорится. Итак, расскажу вкратце, что было сделано. Были, как мы помним, эти из шприцов сделаны. Они у нас убираются. Баки мы тоже в черный цвет перекрасили. Сделали вот такие штучки. Держатели баков. Мало ли кто захочет сделать неподвижную. Исправляюсь, часть, ребят. Вот берем штучки. Крестовину берем, от кардана. Устанавливаем. Обычный кардан. И она у нас двигается во все места. И она у нас шевелится, во все положения, какие стороны. Надо. Как надо тебе. И так, и сяк. Если моторчик придет, здесь будет маленький моторчик устанавливаться. И она у нас будет крутиться. Так что в данный момент пока вот так работает. Вот так у нас тележка получилась. Все в один цвет. Напишите в комментариях, идет ли такой цвет для манипулятора. Или нет. Ну что, сейчас соберем все. И поедем прокатимся. У нас снежок выпал, свежий. Ну что, поехали?